прошлом году выиграли юниорский чемпионат мира. Тогда же стали третьим на турнире четырех континентов. Дебютировали год назад на чемпионате мира, сразу стали шестыми. Вот просто вот, видите, вот так сразу раз и шестерки. Да. Рождаются такие фигуристы. И большинство специалистов и тренеров, да, и даже ничего не говорят. А никто не говорит. Именно говорят о том, что это хорошие пары, да, что у них перспектива хорошая. А если еще учесть, что Олимпийские игры зимние 2010 года пройдут в Ванкувере, вы представляете, дорогие друзья, какие у них перспективы? Вот Андрей с такими парами, их не обсуждают, за ним просто следят. Да, за ним просто следят. С интересом за ними следят. Ну и финал сегодняшних соревнований. Кимберли Наварро, Брент Бамонтер. Тоже Кимберли Наварро, Брент Бамонтер, третья пара Америки. Тяжело им бы кататься после канадцев, но выдержали они этот натиск. И вот тоже неплохо принимают уже американские флаги на трибунах. Их немного поменьше, чем канадских, но аплодисментов не меньше. То есть громкость аплодисментов не меньше. Тоже достойно прокатали ребята. Американские фигуристы свой обязательный танец и заслужили тем самым такое отношение зрителя. Вообще, сегодня, если говорить о зале, он очень какой-то сегодня доброжелательный, Андрей. Вам кажется, что они очень по-доброму относятся не только к своим спортсменам, потому что аплодируют и нашим спортсменам российским, и итальянским спортсменам. То есть зал поддерживает всех абсолютно. Ну, естественно, больше своих, но поддерживает всех. И самое интересное, что это в начале борьбы за танцевальные награды. Именно обязательные танцы. Я думаю, что вот с наступлением оригинального и произвольного мы с вами будем свидетелями настоящего зала такого болельщика. Да, знаете, я думаю, там такое будет ощущение, как бывает, знаете, более вот, злой будет. Да, более требовательный, более добродушный, более злой. То есть все качества проявятся вот как раз болельщиков. Приятно, что вот именно дворец в Гетеборге настроен так на этом чемпионате дружелюбно по отношению ко всем спортсменам. Ну, им, конечно, тоже приятно, потому что у них очень нервным получилось начало этого чемпионата. Дело в том, что его багаж не пришел, и буквально вот вчера один из фанатов этой пары привез из Филадельфии его вторые коньки, которые он собирался с лета разнашивать и использовать с лета. А вот этот костюм для танго покупали уже здесь, в Гетеборге, для того, чтобы вот сегодня выступать. Так что он в неразношенных коньках, что, конечно, добавляет проблем, ему выступает. Итак, 28-25 – это их лучший результат. Сейчас они получают 17-23 за технику. 31-48. 14-25 за компоненты. Да, 31-48. 12-й результат. Ну что ж, дорогие друзья, Кимберли Наварро, Брент Бамонтер занимают на данный момент 12-е место. И это значит, что мы уже можем говорить окончательно. Екатерина Рублева, Иван Шефер 15-е, Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев 16-е, Яна Хохлова, Сергей Новицкий 3-е.